В Актобе 27-летний мужчина ограбил лотерейный клуб, вооружившись обычной бутылкой. Этого хватило, чтобы серьезно напугать охранника и кассира заведения. Они даже не стали сопротивляться такому грабителю. Как выяснилось, сначала злоумышленник удостоверился, что в клубе не осталось посетителей, а затем подобрал прямо у двери пустую бутылку и, угрожая ею, кассиру потребовал деньги. На помощь подоспел охранник, но, увидев в руках грабителя оружие, тоже не стал рисковать. В итоге преступник забрал из кассы чуть больше полумиллиона тенге, правда, через пару часов его задержали. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Грабеж». Судом в отношении подозреваемого санкционировано меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 лет.